Мартовские хвостики. Как каждый песик оказался в приюте. Помните, в начале года волонтер Марина Абельдяева, хозяйка домашнего мини-приюта собаки Семашка, начала славную традицию. В начале месяца рассказывать о памятных датах и про именинников этого месяца. Так как это делать день в день просто невозможно ввиду многих причин, поэтому сейчас в одной статье мы коротко расскажем про всех и все, как говорится. Расскажем вам о ребятках, которые появились у Марины Абельдяевой в марте. 2 марта 2018 года увидела волонтер в посадке троих замерзших карапузов в коробке. Девочки позже подарили счастливый билетик. Мальчишки остались в приюте. Переохлаждение дало осложнение на почки. 5 марта 2019 года в посадке волонтер встретила кобелька. Лапа была прибита прутом к земле. Долго лечили. Стопу сохранить ему так и не удалось. Сейчас гоняет зато наравне со всеми, и инвалидом этот пес себя абсолютно не чувствует. 7 марта 2017 года в приюте появились недельные карапузики, выброшенные в коробке на остановку в количестве 6 мордочек. Двое нашли свое счастье вне стен приюта, остальные до сих пор живут с женщиной. 13 марта 2015 года на пути женщины встретился собаке с перебитой лапой, оторванным хвостом, порезанной мордой. Долго боролись за жизнь. Сейчас, как осложнение, проявляются мозговые нарушения, находятся под постоянным контролем. 19 марта 2019 года соседка принесла однодневного щенка, всем известная Шуша, тоже с мусорного бака. 21 марта 2017 года двое щенков, облитые кислотой, долго боролись с загноениями и язвами. Только через год начала появляться шерстка, живут с нами. Вот такие они, мартовские хвостики. Конечно, в этот день они не появились на свет, но все равно можно смело говорить о втором дне рождения во все эти дни.